Всем добрый день, точнее добрый вечер. Очень скоро вот здесь вот состоится петербургское хоккейное дерби, в котором хоккейная команда «Сканева» сыграет против питерского «Динамо». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Сережа. Олег, помаши ручкой подписчикам. Вот, молодец. Эксперт прибыл на матч. Давно забытое ощущение аншлага в хоккейном городе. Володька, Володька. Да, увидимся. А это у нас наш друг Роман, что ли, прибыл на матч? Не поверишь. Я прибыл до начала, друзья. В порядок. Так, а это у нас на трибуны врывается главный эксперт хоккейного Петербурга. Костя, ЦСКА. Thank you.
тут первый перерыв в матче. Сканева ведет 1-0. Игра достаточно интересная. Я думаю, что не закончились заброшенные шайбы в этом матче. Динамо нужно все-таки прибавлять, чтобы сначала как минимум все сравнять. Ждем второй период и, как всегда, скажу свою любимую фразу, игра будет очень интересная. На кону этот плей-офф. Следующий матч решает сам. В нашем матче гуляем по фойе, уже скоро начнется третий период голов, во втором периоде не случилось. Вся развязка регулярного чемпионата, возможно, состоится в ближайшие 20 минут чистого времени. О, болельщики из Сканевы фотографируются. Посмотрим, выйдет ли Сканева в плей-офф. Как впечатление от игры? Крутая игра, много моментов, конечно, все стран. Период, я думаю, Динамо немного поджаловаться, все-таки три удаления тяжело с Каневе. Но матч боевой все-таки последний путем в плей-офф разыгрывается. Поэтому впереди перед этим все решится. Вам что-то изменится в игре с соперником, например? Ну, Динамо нужно отыгрываться, все-таки 0-1 такой скользкий счет. Поэтому они будут лететь вперед. Ну, я думаю, посмотрим, что как будет. Не ожидаем там овертайма, булитов и так далее. Честно, не хотелось бы, чтобы вот прям до такого все доходило. То, чтобы сразу вот решить и все. Чтобы не было лишних нервов ни у нас, ни у соперников. Отлично, спасибо. Как впечатление от игры? Плохо. Плохо играли. Ну, надеемся, сейчас весь период. Может ли что-то измениться в третьем периоде? Надеемся, что может, но пока даже голов нет. Реализации большинства нету, ничего нет. Если по ИФ, если мы выйдем прав, то сразу идти. Очень плохо играть. Мы верим в команду. Это самое главное. Есть вариант, мы видим овертайм, булит и так далее. Пока что нету, в принципе, если я смогу забить, то мне приятно. Сейчас начнется самое интересное, да? Понимаю. Что еще раз? Третий период сейчас начнется самое интересное. Надеюсь, хотя бы мы закончим счет. А дальше уже посмотрим. Отлично, начнем прощать. Да, парни, как впечатление от игры? Впечатление хорошее, матч интересный, но голов мало. Ну что, еще третий период впереди, может что-то измениться? Может, все, еще два гола забьем. А Нева выиграет вроде 100%. А завтра иди выиграет кубок.
ваши впечатления от игры? Мои лично впечатления, они почти что оправдались. Только единственное, что я ожидал Динамо Санкт-Петербург побольше активности и, ну, не сухаря в количестве заброшенных шайбов. Роман? Ну, все, добавить нечего. В принципе, я ожидал, что была атмосфера дерби, но трибуна, это самое главное. Поэтому все удалось. Динамовским болельщикам респект, пусть не убивают, все число будет, я думаю, намного лучше. Но мы победим на стадии в плей-оффе. Давайте поделимся впечатлениями. Всем ли довольны? Конечно. Сегодня была интересная и задорная игра. Такого ли ожидали? Ожидался интересный хоккей. Ожидания оправдались? Ожидания оправдались, правда. Надежда была, что Динамо тоже порадует нас шайбами и триггерами. Спасибо. Ну что ж, матч завершился. Со счетом 3-0 победила СКА Нева. Было интересно. Немножко, конечно, хотелось, да, как уже лучше было сказано, активности от Динамо побольше, результативности, но интрига была, атмосфера была, матч удался. Ждем пресс-конференцию и, возможно, с кем-то пообщаемся. Ничего не хватило. Нам не хватило. Ну, 4 голов или по 2, да? Скорее всего, 7. Как недавно Настя Чистякова сказала, 4 периода не хватило, да? Нет, тут чего-то точно другого. Здесь не 4-го. В целом, как вот, как атмосфера на матче, как? Да нормальная атмосфера. Накал, напряженность. Мы были постоянно в 1% от ворот, но, к сожалению, не закинули. Удачи на нашей стороне. Будем надеяться, дальше будет лучше. Зато у нас лучшие болельщики. Что? Любовь, они нас поддерживают, это приятно. Здесь сейчас произойдет пресс-конференция. Люди собираются. Роман, Дмитрий, все наши. Это я, если кто-то забыл. Что вряд ли. Вряд ли это кому-то интересно, но это я. Я снимаю, вы вместе не портите контент весь день. Два нехороших человека. Вот они думают, что я их фотографирую, я их снимаю на видео. Фотографировать я их не буду, чтобы они не портили контент. Нехорошие люди. Вот так вот трибуны опустили. Только ребята вот со снегокосилкой и зомбони. A few moments later. Лидеров Дмитрий, молодец, хоккей. Можно ли назвать первую шайбу переломным моментом? Может быть, она спутала карты немножечко вашей команде? Ну, абсолютно нет. Первая шайба забилась на 4-й минуте, если не понимаю. То есть никакого переломного здесь момента не было. Игра продолжалась. И хорошая, как я уже сказал, хорошая игра, потому что ничего я не так, как это не спутал, подготовить матч, понимать, что будет активная игра со стороны хозяев, вот, и мы, в принципе, тоже так уже показали. Поэтому первая шайба, она ни о чем не говорит. Нужно было нам забивать, имея возможности, но, к сожалению, не получилось. Да, Холмский Олег, Планета Хоккей. А на ваш взгляд, тогда чего сегодня вашей команде не хватило, чтобы как-то удержаться в игре и немножко нам другой? Нам не хватило забитого хотя бы сначала одного гола и одну шайбу. Вот это самое главное, чего нам не хватило. С нулем ты не проходишь никуда, ты ничего не выигрываешь, и ничья, она бы все равно 0-0 привела бы к забитым шайбам, потому что проходить дальше. Забитая шайба, конечно. Какие задачи ваши перед началом сезона ставились на регулярку и удовлетворены ли вы, в принципе, итогами ее? Вы знаете, так ответить, ну задачи ставились, понятно, что ставятся задачи у нас. Так, не так, конечно, решать, да, там, последний матч, но так сложилось, да, много игр, где-то не хватало опыта. Да, и вроде там выигрываешь игру, третий период, соперник где-то прибавляет, где-то мы там чуть-чуть, да, неправильно играли. То есть вот этот вот задел очковый, нам его не хватило, да, и пришлось это все в последней игре выявлять. Это, наверное, знаете, тоже с одной стороны такая изюминка на торте, хорошая изюминка на торте. И в целом, наверное, да, потому что все-таки, если учесть то, что мы все-таки работаем для первой команды, да, и ребята в этом сезоне достаточно в этом сезоне поднимали первую команду, брали первую команду. Я думаю, что после этой игры тоже есть какие-то, наверное, варианты, что кто-то будет играть послезавтра, не дальше Челябинске. Не знаю, как руководство решит тренерский штаб первой команды. Но мы работали на первую команду, и ребята туда приходили, они каким-то причинам занимали, да, места в составе, они старались, работали, и это, в принципе, один из показателей нашей работы. Когда поверили в победу после второй заброшенной шайбы,
Почему сразу после второй заброшенной шайбы мы сразу верили в победу, перед игрой верили в победу, бились ради плов, и вот пришло вознаграждение. Соперника уже знаете? Да, вроде. Кузня, да, вроде. Чего нам можно ожидать будет в этих матчах? Ну, хорошая игра, я думаю, будет. Соперник тоже непростой, как бы очень хорошо контролирует шайбу, но будем стараться биться. Ну и не шайба.